Это Одесса. А это Роман Кузнецов. Друзья, я искренне благодарен Алексею Песовскому за возможность от души подурачиться. Во-вторых, напоминаю, что мероприятие никакого отношения не имеет к благотворительности и вообще бессмысленно. Пусть идут к черту склероз, Альцгеймер и родильная горячка. Если вы молоды в душе, здоровы или наоборот, уже состарились и собрались помирать, оставляйте в душе немножко веселья, азарт и тяги к приключениям. Я передаю эстафету и бросаю вызов людям, которые мне очень не безразличны. Это Ася Пацюк, это Вадим Косов, это Оксана Боготкова, Ира Четверикова и Артур Акопян, мой оператор. Он сделал это!